5 декабря в МВЦ шестой год подряд пройдет фестиваль танцевальной музыки «Киев Дэнс 2009». Вашему вниманию представляем первый выпуск официального видеоблога организаторов фестиваля. На протяжении многих лет «Киев Дэнс» заработал репутацию единственного дэнс-фестиваля украинского производства, способного составить достойную конкуренцию, а по многим параметрам даже превзойти всемирно известные западные клубные бренды, обширно представленные на отечественном рынке. В 2009 году впервые в своей истории «Киев Дэнс» станет трансовым. А это значит, что совсем скоро своим визитом столичную публику почтят самые актуальные и любимые всеми транс-диджеи с мировыми именами. Уже сегодня мы запускаем в продажу билеты всех категорий. По традиции билеты отличаются зонами фестиваля, доступ к которым они предоставляют. Общее, фан и VIP. Обращаем ваше внимание, что количество билетов двух премиальных категорий ограничено, поэтому рекомендуем не откладывать с их приобретением. Также, начиная с сегодняшнего дня, на официальном сайте фестиваля мы будем анонсировать хедлайнеров ивента каждый день по одному имени. Ну а с полным лайнапом мероприятия вы сможете ознакомиться уже в следующем выпуске видеоподкаста. Следите за обновлениями на официальном канале компании «Киев Дэнс» на YouTube. «Киев Дэнс» – большой рейв большого города.